Лучший дом, лучший двор в Новосибирской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами. Победители определяли на основании оценок экспертов и народного голосования. Еще несколько лет назад здесь не было этого уютного двора. При вводе в эксплуатацию трех домов застройщик обанкротился и оставил новоселам пустырь. Вместо детской площадки, лавочек и другого благоустройства – строительный мусор. Наш двор очень зеленый, красивый, уютный, гостеприимный. Все это мы сделали только своими руками. Естественно, при поддержке наших депутатов, администрации, все саженцы мы брали с питомника и садили своими руками. Каждая лунка долбилась ломом, так как, вы знаете, застройщики всегда оставляют внутри железо, бетон. Поэтому представьте, что стоит нам каждое это насаждение. Такую красоту и на федеральный конкурс не стыдно заявить. В итоге двор по адресу Адриана Лежена 10/2 стал лучшим по результатам народного голосования. Конкурс проводили впервые. Организовали в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» жители МКД. Цель – собрать лучшие практики и направить их в массы. Человек всегда возвращается домой, во двор. Это то самое место, которое объединяет. Поэтому по инициативе партии «Единая Россия» решили в этом году забросить такой пробный шар и попробовать проведение этого конкурса. Проводился в два этапа, на региональном и на федеральном уровне. Мы, конечно, сожалеем, что он попал на летний период, иначе я думаю, что у нас бы гораздо больше было участников, чем порядка 130 заявок. Но, тем не менее, мы вошли в десятку регионов по стране с активными жителями, участниками и представителями наших многоквартирных домов. Конкурс проводили по 6 номинациям. Лучшая практика работы совета многоквартирного дома, лучшая практика работы ТСЖ, самый дружный дом, лучшая практика проведения капитального ремонта, лучший подъезд и лучший двор. Организаторы подготовят сборник лучших практик, который будет в свободном доступе на просторах интернета. Мы считаем, что очень хорошая история, связанная с конкурсом, именно таким. Я думаю, мы добьемся, чтобы у нас какой-то наградный фонд был повыше, побольше. И поэтому приглашаю вас к участию в последующих периодах. А сегодня я души поздравляю вас. Победителям не только дипломы, грамоты и аплодисменты, но и денежные сертификаты на дальнейшее благоустройство своих домов и дворов. Андрей Баев, Константин Менин, Новости ОТС.